Друзья мои, 27 предметов, профессиональное качество. Я обращаюсь к вам. Друзья мои, если вы хотите готовить правильно, это решение для вас. Кстати, каждый час я буду готовить самые эксклюзивные предложения. Кстати, советы кулинарные в том числе. Набор посуды «Гурман». Вы только вдумайтесь. 27 предметов, нержавеющая сталь, 5-слойная термоаккумулирующая капсульное дно. Это полная комплектация на вашей кухне. Да, Олег, и ничего дополнительно покупать не нужно. Здесь даже фритюрница в комплекте. Мы сейчас подробно все расскажем, что у нас в комплектации. Я только цену назову, ведь она сегодня является красной ценой с максимальной скидкой. Аж 2400 рублей вы сегодня экономите, но и бесплатная доставка однозначно действует. Оля, мне не терпится показать, что я приготовил. Друзья мои, а теперь минуточку внимания. Мы используем сковородку-сотейник. Смотрите, мясо мы взяли на рынке. Так. Овощи не потеряли цвет. Я специально интригую телезрителя. Не хочу разрезать. Хочу просто медленно показать, насколько качественное у нас и сочное мясо. Мы приготовили телятину. Кстати, смотри, сочная она осталась и внутри. Не верите? Вы посмотрите. Какая... Ты посмотри, Олечка, какая вкусная. Олег, но все равно, вот скажи, пожалуйста, наверняка у тебя, у шеф-повара, всегда получается сочное мясо. Нет, стоп, не всегда. Помимо хорошего настроения, я рекомендую готовить только с хорошим настроением, вам нужна правильная посуда. Что такое правильная посуда? Это когда посуда сделана из нержавеющей стали. Во-первых, это настоящий бренд на вашей кухне, потому что здесь вы приготовите и мясо, и рыбу, и овощи, и даже картошку, и даже выпекаете здесь шарлотку. Ну а за счет чего всегда вот такой вот, как говорится, гарантированный результат? Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно, потому что это бренд. Внимание на экран. Что такое пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно? Знаешь, что такое, Оль? Ты сейчас расскажешь? Ну, расскажу. Во-первых, это 5 слоев. Первый слой идет нержавеющая сталь, потом идет алюминий. Так 5 равномерных блинов идет друг за другом. Это очень удобно. То есть там внизу 5 блинов, нужно как-то прогреть, понимаешь? Да. Скажи, пожалуйста, электроэнергии, соответственно, в 2 раза больше нужно будет затрачивать, Нет, я тебе сейчас расскажу. Кстати, оставайтесь, все сюрпризы чуть позже. Во-первых, начинаем нашу презентацию. Мы начали со сковородки-сотейник. Мы отправили в духовой шкаф. А теперь посмотрите, я отправил ее на плиту. Начинаем с функционала. Очень удобная крышка ручки, благодаря которой вы положите с легкостью, например, вот такую вот ложку. Она вас не будет пачкать столешницу. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Удобный функционал крышки позволяет мужской и женской руке взяться и не обжечься. Значит, вам не нужны прихватки. А теперь все по порядку. Так. Оля, мы сначала обжарили стейки, да? Да. Теперь нам надо было их потомить. Мы это сделали правильно, потому что здесь 5-слойное термоаккумулирующее капсульное дно. При этом посмотри, как идеально сок остается внутри. Здорово. То есть смотри, и обжарили, и потомили в одном сотейнике. Да? Обычно, знаешь, когда сковородочки с бортиками маленькими, приходится перекладывать в большую сковородку, закрывать крышкой. И тем более не у каждой сковороды есть крышка. А у нас, внимание! Каждому предмету прилагается крышечка, значит, все готовое в комплектации для вас. Так, смотрите, 27 предметов у нас здесь в комплектации. Сейчас я вам расскажу, что у нас входит в комплект. Единственное, еще напомню, смотрите, у нас сегодня действует лестница скидок. И еще дополнительная скидка на этот набор для вас 5% скидка. 300 рублей еще отнимаете от стоимости, получается цена 5600 рублей. Если, конечно, сегодня вы успеете в начале дня дозвониться. Олег, скажи, пожалуйста, какие у нас объемы есть? Давайте разбираться. Самая большая кастрюля объемом 6,5 литра. Она нам нужна для того, чтобы приготовить щи, борщи и заготовки. Следующая кастрюля объемом 3,9 литра. Это переходящий объем, он нужен для гарнира. Следующая кастрюля 2,9 литра. Также очень удобно для приготовления тушеного мяса. Следующее я всегда называю пара. Пара близнецы брата. Это ковш для того, чтобы приготовить соус или отварить, допустим, яйца.
А это у нас кастрюля, также одинаковый объем, 2,1 литра, по-моему. Да-да-да, если не ошибаюсь. Так. Сотейник, сковорода. Оля, обрати твое внимание, потому что он полностью сделан из нержавеющей стали. Угу. Срок службы данной посуды минимум 25 лет. То есть здесь не будет отходить антипригарное покрытие, потому что здесь нет. Это так используют профессиональные повара. Но это еще не все. Дальше. Заказывая прямо сейчас, вы получаете все в едином стиле. Лопатку, шумовку, половник, специальная ложка для спагетти, вот такая вот поварская вилка и держатель. Вы получаете фритюрную сетку, вам не придется фритюр докупать. То есть здесь можно готовить блюдо по фритюре, сейчас мы покажем. Специально для солонки, для перечницы, для приправ и две бакелитовые подставки. И внимание, Оля, только сейчас расскажи об этом подробно. Да, дело в том, что у нас сегодня необычный эфир. Оставайтесь возле экранов. С каждым товаром вы получаете свой подарок. Вот, например, с набором посуды «Гурман» идет подарок. Вот этот набор замечательный. Это крышки «Крым». Друзья, мы сегодня с вами еще и консервацией займемся, поэтому эфир ожидает быть очень интересным. Ну что ж, Олег, здесь мне нравится, что есть фритюрница. Давай покажем, как ей пользоваться. Друзья мои, фритюрная сетка, она идет в комплектации, легко подходит в обыкновенную кастрюлю, которая также идет в комплектации. Значит, вам докупать ничего не нужно. Что можно приготовить при помощи фритюрной сетки? Так. Можно приготовить картошку фри, раз. Наггетсы, чебуреки, пончики. Вам не придется докупать. Оставляем ее здесь и пускай она готовится. Кстати, очень удобная ручка, при этом также не нагревается. Давайте перейдем в соседнюю кастрюлю и покажем, что у меня здесь готовится. Давай. Во-первых, вся наша посуда полностью сделана из нержавеющей стали. Это говорит о том, что эта посуда никогда не окислится. Она абсолютно безопасна. Напоминаю еще раз для тех, кто подключился. Очень удобный функционал крышки. Позволяет вам поместить ложку, и при этом она не упадет. Открываете, давайте посмотрим, что у нас здесь готовится. Здесь у нас готовится картошка тушеная вместе с мясом. При этом она не разбрелась и не расселилась. Это все в едином стиле. Здорово. Ты знаешь, вот я услышала и уловила, что ты сказал, что здесь какой-то специальный материал, который не позволит чам-борщам скиснуть. Просто когда мы переезжаем на дачу, вспомни, часто там свет отключают, да? И иногда даже, знаешь, вот там же жарко на даче, как правило, да, на кухне. Сварили щи, ждем, пока они остынут, да, чтобы их в холодильник убрать, а они хоп и скисли. Никогда здесь этого не произойдет, потому что, друзья мои, минуточку внимания, что вся наша посуда сделана из нержавеющей стали. Это один из самых безопасных материалов. Друзья мои, обращаюсь ко всей стране. Если вы и вы, кто присутствует, хотите готовить как настоящий профессионал, именно такая посуда вам поможет сделать ваши кулинарные шедевры. Почему? Первое преимущество. Наша посуда сделана полностью, весь комплект из нержавеющей стали. Так. Второе. Имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно, так, которое расположено внизу, а значит создает эффект томления настоящего глиняного горшка. И это настоящий бренд. Только сегодня действует 5% скидка, максимальная скидка и бесплатная доставка.